Вьетнам высоко оценивает вклад Беларуси в обеспечение безопасности и мира в регионе. Это отметил член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, министр общественной безопасности То Лам. Он принял участие в церемонии возложения цветов к монументу на площади Победы. Для меня большая честь посетить вашу страну именно в эти дни. В первую очередь я бы хотел поздравить вас с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вьетнамский народ, как и белорусский, очень миролюбивый. Кроме того, между Вьетнамом и Беларусью налажено активное сотрудничество уже на протяжении многих лет. И в настоящее время мы продолжаем укреплять наш конструктивный диалог во всех областях. Сегодня состоялись переговоры с председателем Комитета госбезопасности нашей страны. Главные темы – совместное противодействие глобальным вызовам и угрозам, а также борьба с международной организованной преступностью. В целом, Вьетнам для Беларуси – значимый и проверенный партнер в Юго-Восточной Азии. По итогам прошлого года объем торговли составил 115 миллионов долларов. Стороны намерены наращивать инвестиционную активность. Перспективным является сотрудничество в науке и инновациях.